Выставка – это, конечно, всегда уникальная возможность пообщаться как с действующими клиентами, так и познакомиться с новыми. Хотя у нас сфера достаточно закрытая, поэтому большинство компаний, которые занимаются переработкой нашего материала, мы очень хорошо знаем. И, конечно, самое главное – это встреча с клиентами. Петербургский государственный университет представляет разработки в области самоочищающихся тканей и термохромных тканей. Компания TNT Arctic занимается разработкой и производством инновационных тканевых греющих модулей на основе электропроводящих тканей и углеродных нанотрубок. Компания BASF занимается одеждой и оборудованием для экстремальных условий. Если же мы с вами хотим уже считать фабрику умной, то нам здесь уже нужно как раз заниматься уже и пусконаладкой, и серийным производством с использованием уже программных решений. Это роботы. В частности, в Санкт-Петербурге есть компания такая, как Реономика. Они уже занимаются именно поставкой роботизированной техники. Вот здесь у нас представлено ультразвуковое оборудование компании Nucleus. Производится это оборудование в Германии. Его изготавливают для сварки технических тканей различного назначения. Медицина, военная, туризм, спорт и так далее. Мы единственные производим это оборудование в таком качестве сейчас на рынке в России. Вот. И это подтверждает наличие и большое количество наших клиентов, которые работают с нами уже более 10 лет.